Электронная книга DNS Airbook EGS601. На ее примере сейчас покажу, как прошивается большинство DNS-овских электронных книг. В нашем случае она висит на заставке. Это однозначно прошивка. Когда мы уже все настроили, программу подготовили, зажимаем вот эту клавишу, это как бы страница получается вперед, и подключаем с зажатой клавишей к компьютеру. Книга перейдет в нужный режим прошивки, программа-прошивальщик ее увидит и начнется прошивка.